Свершилось. Долгожданный новый Авдотинский мост открыт. Возведение объекта стоило порядка 104 миллионов рублей. Строительство длилось чуть больше года. Все это время Авдотинский выезд из города был полностью закрыт. Перерезанная красная ленточка дала начало не только новому мосту, но и важному объекту Ивановской инфраструктуры – тому самому западному обходу. Как звено, которое будет рассматриваться западный обход города Иваново, его можно рассматривать. Но строительство западного обхода, который два участка, которые уже приступил администрация города строить, здесь надо говорить о том, что этот мостовой переход, без него этого бы участка не было бы целесообразно строить, так как данный мост, он стоит построен под новую нагрузку А14, которая позволяет как раз пропускать большие грузы, которые не пойдут в уличную дорожную сеть. Если бы не было этого моста, а остался бы прежний, конечно, никакого бы западного направления, западного обхода областного центра не было. На сегодняшний день этот мост один из самых высокотехнологичных в регионе. Строительная длина объекта 496 метров. Из них сам мост 60 и 436 подходы к нему. Но здесь впервые в Ивановской области были применены современные очистные сооружения, габионы, которые не позволяют стекать маслу, дистопливу, там, отходом каким-то в речку, увать. Значит, здесь установлены впервые в Ивановской области шумозащитные экраны. Здесь положен особо прочный асфальт. Перед исполнителем строительных работ стояли непростые задачи. Важнейшее – уложиться в сроки. Ведь все это время микрорайон Авдотина был буквально отрезан от выезда. Людям приходилось объезжать, перегружался центр города. В итоге работы были завершены согласно контракту. Местные жители ждали открытия с нетерпением. В целом обновкой довольны, но нашли недочеты. Нарекания небольшие есть. Вот острые углы, вот здесь зимой могут быть травмы. Их или срезать хотя, или что-то приварить вот здесь. Потому что дети бегают зимой, скользко будет. А так очень хорошо. Давно ждали, долго. Спасибо большое всем. Движение по мосту открыто. Кроме легковых автомобилей и большегрузов, здесь будет ходить общественный транспорт. Наталья Гутарина, Алексей Гарин, РТВ Иваново.